Тяжело быть кемпирастом. Приходится шкериться, ползать через всю карту, пузо обдирать об землю. А в любой момент тебя могут... Так, стоп! Это неправильно. Все должно быть наоборот. На его месте должен быть я. И поэтому добро пожаловать на канал Схемова и в безумный мир Battlefield 4! Спонсор выпуска – канал Мунсан. Он создает качественные видеоролики и планирует делать много интересного контента. Поддержим начинающего видеоблогера подпиской. Ссылочка есть в описании. Вы танки берите. Еще один танк берите. Берите танк, еще один. Да они еще не загрузились, наверное. Загрузились двое. Все, поехали, ребят. Вылезь. Стой, Лин. Пусть все уедут. Давай. Все уедут пусть? Все уедут, и мы пойдем. Давайте встанем все так красиво. Та-дам. А где вы? Та-дам. Вставайте, вставайте. Я красиво. Вас не вижу. Нам подъезжает. Башня. Я вас не вижу. Давайте я вырублю сам. Давайте в ряд встанем и поедем. Стой! Да стой ты, говорю! Вставайте в ряд за меня. Ой, ну вот ты где он? Строевым пойдем. Надис толкает. Денис, хорош. Давай серьезнее, блядь. Гоу. О, вон смотри, танк какой-то слева, ты что не видишь? Вижу. Сейчас я ему в спину зайду и нежданчик мы устроим. Проси меня, не стреляй. Конечно, жду. Yeah. Понравилось фраги халявные? Тырите меня. Вот да ты охерел, походу, да? Хотел меня, моим же оружием ушатать. Засранец. Вон, видишь, отмеченный едет. А, все, поняла, где он сзади. Привет, дядька танк. Еще один нежданчик получи. Я вывела из строя его. Молодец, он даже бегством пытался спастись. Кто тебя сзади стреляет? Стрелял, не пойму, кто. Не знаю, в какой зад тебя там стреляют. Нет никого. О, опять этот самозванец! Я тебя спас! От кого? Опять от того же байкера. Новоиспеченного. Да мы их вообще разносим тут. Сделали. Еще один! Четко. Нихера себе! Андрюх, не они нас целой армии не могут положить. Стреляю. Так. Еще один. Все. Вот, начальный райд. Сэмэль. Блин. Меня убили, Андрюх, самолет. Меня тоже. Бомбардировщик. Мне тоже. Сука. Люблю я пострелять по небесам в прекрасный солнечный денек. Особенно, когда там летают очень порядочные, миролюбивые и воспитанные джетики. Вот, к примеру, как вот этот. Оп! Шикарное попадание, согласитесь. Ну а дальше идет от него просто море эмоций, море благодарности и респект мне. И, конечно же, в стиле его воспитания.
пути летчик-вертолетчик, красиво как летит. Летел. О, еще один. Медлительные какие-то вы все сегодня. Да что ж такое, не ваншотитесь вы? Надеюсь, вы там сгорели все заживо. Вертолет терпит крушение. Смотрите, как красиво-то, как в кино. Помочь им, что ли, чтобы не мучились? Твоих спас. Ну, почти спас. Надо проверить, вдруг кто живой остался. Да ты шутишь. Парень, куда пошел? Зря ты так летаешь. Какой-то ты далекий. Попасть бы как-нибудь в тебя. Корректируем прицел. О! Ни хрена себе! Внезапно! И бум! Блин, я же попал. Мужик, ты где? Не пугай меня так. Мужик, летай нормально, у меня на тебя не поднимается. Ну, дуло. Ну ты понял. О, молодец. Ах ты красава моя. Я тебя чуть-чуть. Да толку ты сейчас взорвал все равно. Оп. Все. Ну, взрывались. А теперь давайте покинем бронетехнику, прекратим терроризировать воздух и честно повоюем против пехоты. Ух ты ж, как я упал. Испачкался, наверное. Первый. О, привет, Леночка. Ну не плачь. А это твой защитник? Еще один защитник. А, Сереженька. Что-то вы плохо защищаете ее. Ну ничего страшного. Вы всегда можете возродиться и убить меня снова. Ну точнее попытаться убить меня снова. А кто это там в клетке спрятался? Закрыли парня бедного. Мечется там. Боится, наверное. Ой, пошел. Все, что он хочет. Что такое, Лена? Не пугай меня так. Что с тобой там делают? Серега, опять ты. Кто это тут за углом у нас? Опять Лена! Честно так. Вы у меня все по второму кругу прошли. Нечестно. А почему нечестно-то? Все честно. Один на один. То есть ты меня не бил, у меня бил бы тот, кто рядом с тобой бежал. Да брось ты, парень, так, для устрашения бегает. Он даже не стреляет ни в кого. А вот сейчас я что-то начинаю очковать. Мне почему-то кажется, что вы сейчас вдвоем на меня накинетесь и порвете меня просто на части. Мстю мне устроите. Лена, это ты? Это опять ты или Серега? Блин, какой неуязвимый. Блин, не вы. Почему? О, Лена, то есть нет. Лена не кемперит так никогда. Че, парень? Мой бесстрашный. Ой! Вот ты меня и убила. Откуда же это? Это был очередной Battle Схема по великой и бессмертной игре Battlefield 4. Будьте честными игроками, уважайте противника и не обращайте внимания, если кому-то не по нраву ваш стиль игры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и вступайте в группу ВКонтакте. Всем отличного весеннего настроения, до новых встреч, пока!